Друзья, всем привет! Покупные средства от комаров, мошек стоят достаточно дорого, могут содержать вредные ингредиенты. Я вам хочу показать очень простое средство, как сделать его самим. Его можно использовать для обработки проемов, например, дверей, окон, через которые насекомые проникают в помещение. Кроме того, оно безопасно при нанесении на кожу, на одежду, также не оставляет следов, пятен. И нужно взять какую-то емкость, банку, например. Это у меня вот такая стеклянная кружка. Сюда я добавляю гвоздику. Гвоздика — это специя, продается в магазинах. И нужно 30 штук. Добавляем, считаем. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Друзья, если не хотите заморачиваться, просто вот горсть вот такой вот добавьте. Тут примерно 30 штук. Чуть больше, чуть меньше, ничего страшного. Теперь надо сюда залить горячую воду, 100 миллилитров. Вот такое количество получилось. Теперь нужно дать, чтобы это настоялось. И потом нужно будет удалить соцветия гвоздики. Процеживаю посуду и понадобится еще один компонент, который можно приобрести в любой аптеке. Сейчас я вам все покажу. Муравьиный спирт, 2 столовые ложки, все, раствор готов. Теперь его можно перелить в бутылочку с распылителем. И это средство сохраняет активное действие, если нанести на кожу, не менее 3 часов. А вот мебель, проемы, окна — не менее суток. И его очень удобно брать с собой на природу, на дачу. Комары, другие кровососы и близко к вам не подлетят. Друзья, вы слышали про этот способ? Напишите под видео. А на этом я хочу попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.